В редакцию народного телевидения обратились возмущенные жители Апатитов. Из года в год жильцы домов по улице Зиновьева сражаются за чистоту своего двора. Отсутствие оборудованных мусорных контейнеров не дает покоя уже долгое время. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Мусорная площадка на улице Зиновьева – главная проблема жителей района. Собственники многоквартирных домов жалуются на отсутствие оборудованного места для контейнеров по сбору отходов. 8 мусорных баков приходится не только на жителей 3 ближайших домов. Сюда приходят студенты медколледжа, а также жильцы еще как минимум 4 домов. Все дело в том, что во всем районе мусорные баки есть только здесь. Остальные находятся слишком далеко, и поэтому во дворе на Зиновьева постепенно образуется свалка. Пускай ее сделают, эту площадку, ну, цивилизованную какую-то, чтобы этот мусор не летал по двору. Говорю, если подняться на 5-й этаж, где я живу, собственно, я выглядываю, и одни мусорные пакеты. Зимой ветер, подходишь к подъезду, и у тебя лежит прилетевшая мусорка. Ну, нельзя так больше. Хватит. Я говорю, крысы бегают табунами. Жильцы уже не раз обращались в свои управляющие компании, а также администрацию города, но в ответ слышали лишь неоднозначные ответы. Но дело сдвинулось с мертвой точки незадолго до приезда съемочной группы. Жители сняли видео, как за несколько часов до запланированной съемки управляющая компания произвела уборку территории и вывоз мусора. Однако это лишь малая часть того, что необходимо сделать. Наша задача, прежде всего, чтобы оборудовали площадку нашу мусорную, чтобы это самое здесь, ну, все сделали, только не за наш счет, не за нашей управляющей компании, чтобы здесь все подсыпали, все сделали, и чтобы мы потом жили спокойно. Потому что вот это безобразие видят наши дети, никакой эстетики, ничего. Крысы уже бегают, уже это самое, чуть не уже в гости не приходят это в подъезды. Помимо отсутствия площадки, жильцы обеспокоены состоянием дороги, ведущей к мусорным бакам. С наступлением дождливой погоды тропинку размывает, и жители вынуждены ходить по грязи. Обязательно требуется отсыпка, чтобы мы не ходили по колено в лужах. Потому что крупная тяжелая техника, она, конечно, эту дорогу раздирает в клочья. У нас, я говорю, асфальт, у нас бедный дворник. Асфальт землей засыпан бесконечно, потому что крупными колесами все это вывозится сюда к подъездам. Большое количество проблем во дворе вынудили нашу съемочную группу обратиться в управление коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля. Однако комментарий получить нам не удалось. Но спустя пару часов после съемки к нам в редакцию вновь позвонили жильцы улицы Зиновьева и рассказали о том, что в данный момент во дворе стали производить работы по уборке крупногабаритного мусора и бетонных плит. Действительно проблемный поиск места, который бы устраивал все дома, но даже этот вариант, который сейчас есть, его можно сделать аккуратно, при наличии хороших контейнеров. И требования, конечно, к той организации, которая занимается вывозом мусора. Нельзя так грубо бросать, кидать мятые контейнеры. Это, по-моему, проблема организации, которая вывозит. Жильцы улицы Зиновьева обеспокоены сложившейся ситуацией и надеются на хороший исход событий. На сегодня остается лишь ждать движения со стороны администрации города и управляющих компаний, обслуживающих эти дома.